Матч со «Спартаком» из Владикавказа был для «Ротора» уже третьим к ряду на выезде. Состав волгоградцев был несколько ослаблен. Из-за удаления в матче с «КамАЗом» не играл Геращенко, в той же игре сломал руку Бурлаченко. С первых минут «Спартак» приступил к планомерной осаде ворот гостей. Особенно активны впереди были Тедеев и Сулейманов. К атакам постоянно подключались Маркель и Дзаблаев. Но и «Ротор» сзади не осиживался, изредка беспокоя Заура Хапова. Пятый матч проводит «Ротор» в этом сезоне, и пятый матч судит бригада арбитров из Москвы. Обратите внимание на этот момент. Скорее, здесь было нарушение со стороны владикавказца. Но у судьи на этот счет свое мнение. А в итоге незатейливая комбинация, и Саморуков, закрытый игроками, поздно увидел мяч. «Спартак» повел в счете. «Ротор» переводит игру на половину поля хозяев, но слишком мало времени до конца матча. Поезд ушел.